Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новым инвестиционным проектом Money Flow. Предыдущий проект от этих админов или от этого админа проработал, насколько мне известно, как мне сказали, 2 года. Поэтому я захожу, все буду делать в режиме онлайн и как бы делюсь с вами. Давайте переведем на русский язык. А на русский язык что у нас? Так. У всех одинаковый шанс. Получайте бесконечные платежи. Money Flow делает это возможным. Значит, что здесь у нас? Так, общий счет, всего внесено. Вывода еще нет. Проект только что, друзья, стартовал. Так что на самом старте заходим и зарабатывать будем. Значит, ну здесь, я думаю, можно как бы все это прочитать. Money Flow. Платформа помощи для всех. Сделай первый шаг навстречу. Тебе сделают 2 шага. Наше сообщество растет с каждым днем. С каждым днем прогрессивными темпами. Чтобы получать помощь, вы должны сделать первый шаг. Всего как бы минимальный депозит всего $5. Значит, смотрите. Минимальный депозит $5. Плюс 50% за 3 дня. И на вывод идет $7.50. Второй пакет, как бы, или кейс, как они здесь называют, $10. Плюс 55% на вывод 15.50. Ну и так далее идет по нарастающей, да? Так, значит, что у нас? Идем. Инвест-кейсы. Я вам вот эти показала. Часто задаваемые вопросы. Я еще не регистрировалась даже. Как я сказала, буду делать все в режиме онлайн. Так. Ну и у всех одинаковые шансы. Значит, как работает денежный поток? После регистрации вы получаете электронное письмо с подтверждением. Нажмите на ссылку в письме, чтобы подтвердить свой адрес. Далее что? 8 инвестиционных кейсов. Так, как работают депозиты? Это все можно прочесть. Я уже не буду все это читать, ладно? И реферальная программа 10.5%. Значит, новости и контакты. Ставлю на оригинал, нажимаю зарегистрироваться, и что у нас здесь? Так, друзья, все правильно. Ой-ой-ой, сейчас, секунду. Так, username, email, пароль, повтор пароля. Это у нас что? Так. Ага, страна. Надо выбрать страну. Обязательно, не обязательно, даже не знаю. Так, Россия, где у нас? Галочка стоит. Так. Разгадываем капчу. Сигнап. Сохраняю. Далее что? Логин. Разгадываем капчу. Логин. Так. Что здесь пишут?
Пароль мне не надо. Пароль устанавливать. А что это мне не зайти? Может, надо почту сначала подтвердить. Ладно, пойдем на почту. И подтвердим сейчас почту. Вот такое вот письмо пришло. Кликаю. А теперь будем логин. Логин. Кликаю. И заходим в кабинет. Да, без подтверждения почты в кабинет не попасть. Так, значит, то я вкладочку закрою. Так, давайте. Ну что у нас здесь? Кэш-баланс, баланс заработка. Ну и здесь как бы идет у нас статистика. Депозит, вывод. Переведем опять на русский. Значит, и у нас на домашней страничке сразу находится реферальная ссылочка. Здесь настройки, мои дела, мои рефералы, инструменты, транзакции, новости, поддержка. Значит, вам доступно 8 инвестиционных кейсов. Начать нужно с одного кейса за $5. Остальные инвестиции заблокированы. После того, как вы завершите дело за $5, что занимает 3 дня, на ваш личный кошелек будет зачислено $7.5. То есть 50% за 3 дня. Вы можете внести деньги немедленно, вывести деньги немедленно. С этого момента следующий инвестиционный кейс открыт за $10. И вы можете его активировать. В то же время вы также можете снова активировать кейс за $5. Через 5 дней инвестиционное дело на $10 будет завершено, и вам будет зачислено $15.5, которые вы сможете выплатить, вывести немедленно. С этого момента открыто следующий инвестиционный кейс и так далее, да? Понимаем. Значит, я сейчас пополню на $5. Вот этот за $10 я не смогу активировать. Значит, сначала за $5. Через 3 дня, когда мой депозит отработает, будет открыт за $10. Видим, да? И через 3 дня, продолжительность 3 дня, видим, да? Как бы я смогу открыть за $10 и купить за $5. После чего за $10 отработает продолжительность 5 дней. Будет открыт следующий за $25, да? Значит, и тогда можно, как бы идет, как бы все по нарастающей. Сразу все кейсы, как бы по порядочку, как бы нельзя открывать. Все это идет постепенно. Потом разблокируется за $25. И можно купить за $10 и за $5. Ну, вот как-то так. И там идет все по нарастающей. Так. Пу-пу-пу, друзья, давайте. Что? Так, дайте-ка настройки посмотрим. Значит, здесь что? Прописать Telegram и Skype. Я пропишу чуть-чуть позже и сохраню. В описании, в закрепленном комментарии будет ссылочка на регистрацию и все мои контактные данные. Если что-то
будет непонятно, я оставлю ссылочку на ВК. Лучше мне писать в ВК, потому что в Телеграме я могу и не заметить ваше сообщение, ну а в Skype я вообще редко очень захожу. Так что лучше писать в ВК. Ну или на почту. Вот что. Основная информация. Установить пароль. Это если сменить. Так, ну и все. Так, настройки, мои дела. Это мои инвестиции, как бы, да? Это вот такой вот перевод. Здесь мои рефералы, инструменты. И здесь будет находиться у нас баннеры, если кому надо. Да, баннеры все на иностранном языке. Далее, здесь будут отображаться транзакции, новости. Но если у кого возникнут какие-то проблемы или вопросы, можно обратиться в службу поддержки. Тема, сообщение и отправить. Так, панель приборов. Работает проект с криптовалютами. Значит, так, ставлю английский. И что? Депозит – это вывод. По выводу, естественно, я буду писать видео. Это уже будет через 3 дня. Значит, кэш-баланс. Депозит кликаю. Значит, смотрите. Биткоин. TRX – $5. USDT TRC-20 – также $5. И лайткоин $5. Значит, я, наверное, на $5 пока пополню с трона, потому что потом еще хочу занести $10 и открыть как бы следующий пакет. Ну, пока с трона. Кликаю ТРЦ, трон. Да? Если какая вам надо, если вы в биткоинах, кликайте биткоин. Если вы пополняете с трона, кликайте, ставите галочку на трон. USDT ставим галочку. Или в лайткоинах также галочку. Я кликаю трон. Прописываю сумму 5.0. Ага. Тут точки. Не точка. Так. 0.0. И что? Ставим точку. Просто 5. Циферку 5. Да, кликаю. Так, $5. В тронах. Кликаю депозит. И это вот такая сумма. Так. Такую сумму мне нужно перевести. Я копирую адрес. Да, надо так, наверное, копировать. Копирую. Открываю трон. Кошелек. И сейчас я вот эту сумму должна перевести на этот кошелек. Так, сент. Вставляю адрес. Проверяем. Next. И сумму прописываю вручную. 46.521. 521. 230. 230. Вот так. Так. Проверяем. 46.521. 230 центов. Все. Проверяю. Монеты мои отправились. Так, ну и все. Теперь буду ждать, когда баланс поступит. Так, давайте вернемся на домашнюю страничку. Поставлю пока на паузу. После
как монетки придут, я продолжу видео, покажу, что дальше нужно делать. А пока пауза. Прошло минута полторы-две. Как видим, на балансе, конечно, баланс у меня $5. Что я делаю далее? Опускаюсь чуть ниже. И вот здесь нажимаю старт. Кэш 5 баланс. Yes. Меня перебросило на транзакции. И видим, 17.01 я пополнилась на $5. И депозит сделала также на $5. Можно, знаете, друзья, крутиться как бы по кругу на $5. Ну да, прибыль идет у нас 7,5. Сколько у нас? $7.5, да? Вот. И когда будет отработать депозит, можно же за свои вот эти денежки как бы опять и крутиться по кругу ходить, да, каждые 3 дня. Это, конечно, супер. Вот. И чуть позже я уже пополнюсь на $10, чтобы у меня был, как бы было на балансе $10, когда отработает мой депозит, и на 2 пакета. У меня нет больших денег, чтобы заходить. Как бы, да, но 2 пакета я себе могу позволить. Вот, ну а там посмотрим. Вот. Активный. Вот как-то так. Замечательный проект. Это я, хорошо, что я зашла. Вот. Новости. Видео немножечко затянулось, но как бы видим, да, я все сделала в режиме онлайн. Вам показала. Ничего страшного. 16-го старт проекта. Ну вот. И также это все можно перевести. Получаете бесконечные выплаты. Так что заходите, кому интересно, и зарабатывайте. Всего внесено $5. Видим, да? Вот. И телеграмма. Что у нас по телеграмму? Куда меня сейчас перебросит? Сейчас посмотрим. Или поддержка, или канал. Ага, контакт. Местная поддержка, я так понимаю. Суппорт. Нет. Это или группа, или что-то в этом роде. Ну что, на этом, в принципе, и все. Продолжение будет следовать. Через 3 дня я опять же таки запишу видео по выводу и сделаю новый депозит. Значит, видим, 7,50 у меня будет на балансе, и я эти монеты могу вывести. И здесь идет отсчет таймера. 2 дня, 23 часа, ну и тут секунды, минуты. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!